Приветствую всех. У нас сегодня война. Очень быстро, напоминаю. Вторая. Против румынов мы играем. Они выставили нам не самые метовые обороны. И что? Короче, будем воевать. Не знаю, что-то я сегодня не красноречив. В принципе, как всегда. Так, тут у нас, конечно, поляна достаточно херовенькая, но то, что оборона у нас не самая имбовая, компенсирует поляну, я думаю. Зелень собирать я не собираюсь. Вот синие есть сбор за 3 хода. Я думаю, значит, нужно собирать. Я вот, кстати, сейчас только обратил внимание, что здесь нет уже Людвига. И нахрена я сюда брал лорда Локи? Открытый вопрос, который остается без ответа. Ой, отлично. Так. Как бы теперь сходить так, чтобы... так, чтобы зарядиться. И что мы будем делать дальше? Ну, мне придется, наверное, скопировать, может быть, даже Арамиса. Я просто закроюсь, поставлю щиты, возьму овер хп. И мне дальше Альфрика не будет страшна. Я не буду переживать из-за того, попадет она, не попадет. И так далее. Так. Какой ход меня приближает к сбору желтых? Ну, наверное, никакой меня сильно не приближает из тех, что есть по сбору синих. То есть здесь варианта только два, как собрать синий, и ни один меня не приближает, только если надеяться на доезд. Ладно, делаем так. Хорошо. Хорошо. Так. Так, 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 так. У него еще 2 хода. Да нет, наверное, я просто закроюсь. А дальше пускай они там себе бьют. Потому что хрен его знает, куда она ударит. Вот эта рандомность больше всего меня напрягает в ней. Так, ладно. Профукал я момент, что Людвига здесь нет, поэтому, ну, ультуем, куда ультуем. Куда ультуется. Теперь хотелось бы, наверное, активировать медведицу, но это, наверное, глупо будет. Глупо в плане, что она и так, наверное, не переживет этого. А может быть, и не надо, чтобы она это пережила. Мне нужны желтые. Я их пока собрать не могу. Из тех, которые на поле. Хорошо, а что я могу из того, что у меня есть здесь в наличии? Я могу по подсказке запустить в надежде на желтый. Один желтый в любом месте меня устраивает. Значит, делаем. Хорошо. Так, мне нужно срочно Альфрику разрядить. Или
Или нет? Или зарядить все-таки медведицу, поставить блок. Точнее, не блок, а дополнительную защиту взять. Отлично, желтенький доехал. Супер. Так. Так. Это ультует. Выжила даже. Красота. Красота. Красота-то красота, но есть один нюанс. Я-то рассчитывал на Альфа Людвига. С чего бы это? Да? Так, время пошло, блин. Хреновато все это выглядит. Хреновато. Я сейчас могу зарядить лорда Локи, да? Этому ультовать нельзя, потому что он отхилит. Блин, хреново, зарядятся ведь. Да, еще и оба. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, а кто у меня тут стоял слева? Мать, да? Мать будет ультовать. Мать, это хреново. И этих сука, и этих убивать нельзя. Охренеть. Охренеть. Ну, пускай тогда мать ультует. Я не знаю. Или что? Да, пускай мать ультует. Газель выжила. Так. Попробуем. Блин, не хватило. Вот это. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Жесть. Я проиграл. Еще и не доехала. Печалька. Нужно уносить ноги. Так, добивать пока не буду. Попробуем сходить на шот. Так, здесь нужно отряд поменять. Поехали. Так, сейчас главное не начать тильтовать. Есть зарядка. Есть зарядка за 3 хода. Я предлагаю делать. Так, хорошо. Раз, два, три. Хорошо, тут справились. Блин, тут особо целей нету подходящих. Хотя. Ладно, сейчас посмотрим. Может быть, кто-то захочет добить. И я пойду на следующего еще одного целого. Потому что 44 минуты до окончания, блин. Чутка долго.
Так, ну что, тут такая интересненькая команда. Соперник достаточно легкий, мне кажется. Поэтому уверенно с двух ног залетаем. Так, есть зарядка. Раз. Хорошо. И, наверное, вот так будет лучше всего. Два. Раз, два. Так, кто остался? Вы? Иди сюда. О, надо же, даже не воскрес. Бывает. Так, ну тут тоже изи. Так, ну что, перевернули наши ребята поляну. Возобновились удары. Я немного проспал этот момент. Проходил квест Альянса. Вот, ну а теперь можем повоевать. Я предлагаю, наверное, начать все-таки с Людвига. Раз. И давайте вот так, два. Так, отлично. Может быть, даже стоит кристалл сделать. Неплохо. Не перфекто, но неплохо. Давайте вот так. Хорошо. Хорошо. Центр пробивать, да, будем? Так, неплохо. Первый раз, кстати, на УБ я девятиглавого использую. Но только потому, что, что здесь можно это себе позволить. Так. Хорошо. Блин, я думал, у меня в глазах глюки какие-то пошли. Посмотрел, на Людвиге появилась эта камнекожа. Думаю, что за херня. А потом вспоминаю, в чем прикол. Так. Ну, тут, значит, просто вот так раз. Снимаем таунт. Вот так вот два. Сейчас мы, конечно, много этой камнекожи поснимаем тоже. И дальше что? Давайте закинем в пустоту. Посмотрим, что выйдет. Подождем на доброс маны. Так, а вот этого можно чуть-чуть подрезать. Паренька. Так, это неплохо. Тыц. Отлично. Раз, два. Но он ненадежный. Этот птеродактиль. Ненадежный, потому что может не убить никого или не того, кого нужно. Но так по фану прикольно, конечно. Если у вас выбор поменьше, то, конечно, почему бы и нет. Хорошо. Так, вот можете, в принципе, посмотреть, какие у них обороны. Много альфрик. Я потираю руки. Но в первом тапке вы видели,
Натер я мозоли. Ладно, идем смотреть. Ну что, поиздеваемся немного с соперника. Не знаю, сработает, не сработает. На глаз вроде бы должно работать. Ну, посмотрим, как нам поляна ляжет и все остальное. Так. Ну что. Камень есть. Камень есть. Ту-ту-ту-ту-ту. Ну, давайте так, раз. Есть зарядка для желтых, но Арамис ультанет все-таки быстрее. Поэтому соберу уже лорда. Сделаю вот так. А теперь можно и желтеньких собрать. Так, хорошо. Не знаю, зачем мне здесь два таунта, но черный рыцарь, он так... На крайний случай здесь я его брал. Хотя нужно было его переставить место немного в другое. Блин. Ой, херню я... Херня полная. Зачем я это сделал? Ладно. Раз. Может быть, даже, может быть. Но я не уверен. Может быть, она даже выживет. Но я сделаю вот так еще, чтобы ей шансов прибавить. Сколько здесь они получат? 50, да? 50. Значит, вот так сделаем. Мы ее сейчас еще раз отхилим, если получится. Так, а, он же... Красавчик, красавчик. Конечно, он сейчас будет подыхать, но все равно красавчик. Блин, эх, жалко. А может быть, он не подохнет, а? А вдруг... Так. Ну, шляпень однозначно. Не надо было так играть. Ну, хрен с ним. Эта война у нас полностью на разных тестах построена. Даже наша оборона... Нам сказали, ставьте, что хотите, тестируйте, что хотите. Соперник позволяет. Но чтобы не оказалось так, что мы перетестировались и проиграли. Так. Блин. Ну это хреново, хреново. Выжил, да? Ну, этот удар ты выжил, а следующий вряд ли уже переживешь. Да, 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 да. Ой, как жалко. Я планировал тут побеждать вообще-то. Ну, хорошо. Попробуем тогда... Хотя бы по максимуму легкий дебиф оставить. Так, ну он убил, конечно же, его. Угу. Это плохо. Взял бы сюда мать вместо этого Чера. Было бы намного лучше. Так, ладно, сейчас мне, наверное, нужно сделать вот так.
Хорошо. И диспелла у меня здесь нет. Очень плохо. Прям очень плохо. Так, раз. Два. И вот так вот три. Так. Один ход иммунитет, но там бьет колё. Хреново. Хреново. Камнекожа одна. Мне вот интересно, что сейчас будет? Может быть, Альфрику добить? И может быть, колё сам себя добьет. Как думаете? Давайте вот так. Раз. Вот так. Два. 450. А, я не могу туда ударить, да? Хорошо. 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 Ну, тогда вот так. Давайте посмотрим, что из этого получится. А, сначала он ко мне кожу поставил. Блин, херово. Очень хреново. Я предлагаю взрываться. И надеяться на чудо. Так. Ну, давай вот так. Может быть, он убьется все-таки. Блин, почти. Ну, давай. Ой, это жесть какая. Убился, нет? Скотина. Да, он убился. Жесть. Ой, это жесть. Ну что, Людвига-то добьем, наверное, да? Как-нибудь. Если не будем собирать свои цвета. Давай, желтенький, ну. Желтенький, ну блин. Так, тут можно четверку собрать. Ее можно будет теоретически взорвать. Делаем раз. Ой, кайф. Это прям прикол. Но реально я не ожидал, что здесь еще получится как-то затащить. Ну, я лично я здесь проиграл. Вытащила я не знаю что. Просто стечение обстоятельств. Но команда была херовая. Но как тест, как опыт, на том спасибо. Так, тут просто 3-2 запиндюрим. Давайте, 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 давайте начинать. Я уже спать хочу. Так, 3-2 не будет легким. Это я уже могу сказать. Так, зелени. Зелени немного есть. Но синих пока что не фонтан. Я даже какого-то хода не вижу нормального. Как бы тут сходить, а? Ну, я могу два раза зарядить Альфрику. Как этим воспользоваться? Какие сделать ходы максимально... Максимально профитная быстрая сборка. Давайте так попробуем.
Так, ну это не профитная сборка. Так. Блин, как-то оно криво все. Вроде бы и есть, а с другой стороны хрень какая-то. Да, жесть. Так, два хода. О, блин. Я не знаю. Два раза вряд ли она теперь впитается. Так, это хорошо. Это хорошо. Это мой, наверное, единственный шанс. Главное, чтобы без перебора. Так, хорошо. Без перебора. Но... мне бы сейчас определиться. Если их убивать, то их убивать. Хотя я их, может быть, и не убью даже. Всех так точно, я думаю. Убью всех, кроме Людвига. Но это плохо. У меня есть просто одна идея. Она немного странноватая, но может иметь смысл. Закинуть сейчас в Людвига, ничего не ультовать никем. Закинуть Людвига, он ультует. Диспелю таунт. И потом... и потом ворую добро с маны. Блин. Нет, наверное, все-таки не буду. Раз. Два. Так, отлично. А, всех убиваем. Я думал, что Людвиг останется в живых. Но если всех убиваем, то это супер. Нам будет проще теперь. Теперь давайте так зелень подтянем. Так, вот это супер. Тоже. На руку. Без комба. Хорошо, терпимо. Раз, два, три. Есть. Ну что могу сказать? Война не самая удачная, но и не самая плохая по результатам. Давайте посмотрим, что у нас по перспективам победы. 76, 110. Двадцать четыре, 34 тапка разницы. 34 тапка разницы. Это где-то 1000 с копейками. Даже если это 1500, то все равно мы сильно впереди. О, кстати, на меня нападают. Вот такую оборону я поставил. Ее уже один раз удачно шотнули. И вроде бы больше не нападали. Да, вот один раз в начале шот. Нет, не один раз, значит. Значит, два раза. Потому что вот, меня самого первого грохнули. Это уже третье нападение будет.
Ну, ладно, ладно, что. У меня на этом все. Всем спасибо, что зашли. Пишите. Да, не, ничего не пишите. Всем спасибо, всем пока.